А сейчас я собираюсь уходить и хочу показать вам, ой, нитка, во что я одета и какие на мне украшения. А вы видите на мне вот эту вот красивенькую кофточку, это велюровая кофточка такого слегка приглушенного розового цвета. А она мне очень нравится, я ее люблю. Я люблю ее носить, мне нравится ее цвет. Я вообще говорила, что я люблю велюр и бархат. Ну и еще я вам говорила, что я люблю сочетать розовое с красным или розовое с сиреневым. Сегодня у меня идет сочетание более спокойное, розовый с сиреневым. На мне вот эта розовая кофточка и сиреневые украшения. Украшения. Я вам сейчас и покажусь, и покажу. Да, я еще вам забыла сказать. Я забыла вам сказать, что я себе купила вот такие джинсики. Я их там внизу подкатываю немножко. Мне так нравится, сейчас так носят, и мне это очень нравится. Я их слегка подкатываю, и чтобы чуть-чуть была щиколотка видна. И надену я кроссовки, в которых мне очень комфортно, потому что, вы знаете, если я хожу, то я хожу много. Я пешеход, вот, и я этому, скажем так, 50 на 50 рада. Я бы не отказалась от машины. Но, вы знаете, пешеходные прогулки, они всегда дают плюс своему самочувствию. Итак, вот эти вот джинсики, ну, я думаю, их видно. Вот, и вы посмотрели. Джинсики и кофточка. Вот так я пойду. И украшения. И украшения вот такие. Так, значит, я все-таки не удержалась и прибавила к своим сиреневым украшениям. Вот это, вот этот перстенек, это ювелирный сплав. Этот перстенек приехал из Крыма, и в нем натуральный аметист. И рядышком мне очень нравится это сочетание сиреневый и вот такой вот малиновый. Вот, и браслетики вот такие, два браслетика, один с рубинами, один просто серебряный, этот серебряный с рубинами, этот просто серебряный. А, ну я же не сказала, что это рубины, вот здесь это рубины натуральные, это колечко мне Сережа в Турции покупал, в этом, в Анталии, в старых кварталах, там так красиво сделали, там прям все выложено плиточкой и ювелирные свои лавочки, там лавки в смысле. Так, маникюрчик у меня вот такой вот, видите, под цвет кофточки даже подходит. Видимо, меня пробило на такой спокойный цвет, вот, и я... Так, и вторую руку покажу сейчас. Так, здесь у меня... Тоже, видите, это искусственный аметист по центру фианитик, серебряный, здесь все серебро. Это мое винтажное колечко, о котором я говорила. Я его покупала то ли в антикварном магазине, то ли в антикварном, да, в антикварном я его покупала. Ну, в общем, это вторые руки. Колечко с историей, да. Ну, истории его я, конечно, не знаю. Я его обожаю, ему уже больше... В общем, это еще было до Сережи, а с Сережей мы уже 18 лет. Так что ему лет... Ой, ему, наверное, лет 25, ребят. Где-то так. Это оно уже у меня. И до того оно у кого-то тоже было. Вот, ну и это мое новое колечко, которое я зимой, по-моему, я купила этот набор серебряный, да. Это колечко, и точно такие же есть серьги. Мне нравится, что оно у меня, хочется сказать, налезает. Что оно надевается на указательный палец, потому что я очень люблю носить кольца на указательном пальце. Мне это кажется как-то немножко небрежно, как-то так, несколько романтично. В общем, как-то так. Не люблю носить кольца на мизинце. Это ужасно не люблю. А на указательном обожаю. Вот. И браслетики. Браслетики, видите, аметистовый браслетик по центру, здесь позолоченный магнитный браслетик, это
типа лечебный, ну, я его, вы сами понимаете, не в лечебных целях ношу, потому что я не верю в лечебные такие свойства ювелирных украшений, а так. И просто он мне нравится, его легко надевать, он весь на пружиночках, он легко растягивается, хороший, очень, очень приятный браслетик, очень комфортный. И вот тут все тот же браслетик из металлической сеточки, наполненный кристалликами, стеклянными кристалликами, вот так я скажу, вот, которые красиво сверкают на солнышке. И на мне, значит, сейчас покажу серьги и покажу подвеску. Вот такая подвесочка на мне. Надеюсь, я правильно направила. Так, это подвеска, вы помните, это мои бабочки. У меня их есть еще малахитовая, есть еще сердоликовая, есть белый перламутр. Кажется, все перечислила, по-моему. Вот, это моя сердоликовая бабочка. Сердоликовая. Аметистовая бабочка, натуральный аметист. И это самое, и жгутик серебряный. Так, и серьги сейчас. Так, я надеюсь, я серьги показываю. Я надеюсь, что я попала. Показываю их нормально. Значит, серьги. Ювелирный сплав, бижутерия и фианиты. Очень красивые серьги. Обожаю эту форму ромашки. Просто восторг, восторг. Вот. Теперь показываю вам так, чтобы было видно. А то я посмотрела, я говорила, но ничего там не видно. Так, вот такие вот хорошенькие, красивые сережечки на такой надежной застежечке. Обожаю. У меня еще две пары. На такой надежной застежечке. У меня еще две пары подобных сережек, только немножко другая форма. У одних сережек там форма типа светофорчика, и ну, три таких камешка вот, вертикально расположенных. И еще одни тоже типа цветка, только скорее, скажем, там орхидея. Вот. Ну, в общем, я их вам тоже покажу. В общем, такие сережечки. Вот такое было видео, мои дорогие. Надеюсь, я вас повеселила, подняла вам настроение. Всем хорошего дня. Пока-пока. Поставь лайк, порадуй блогера.